целеустремленность, настойчивость, скажем так. Где-то свое отстаивать. Некоторые молчат, совсем соглашаются, правильно, неправильно. А здесь, ну, бывает, чуть-чуть приходится свое доказывать. И в работе, и в организации работы, и в самом процессе. Эти качества помогли Артему Яичникову, начальнику экскаваторно-ремонтного цеха завода РГДО, добиться хороших результатов в работе и подняться по карьерной лестнице. Для меня стало очень важным событием в этом году то, что я прошел обучение и перевелся в начальники на постоянной основе. В компании я работаю с 2011 года. 2011 года устроился в мае месяце электрослесарем. Потом постепенно, поднимая разряд, со временем уже перешел в мастера. Сначала начинал с подменных мастеров, потом перешел на постоянно. Уже будучи мастером, скажем так, оставался, подменял начальника на время отпуска, замещал его. Ну а сейчас сам уже стал начальником. Молодой специалист узнал о программе «Орлео продвижение», которая предназначена для подготовки руководителей среднего звена из числа специалистов, и решил воспользоваться представленной возможностью. Сразу после обучения Артем занял вакантную должность начальника участка. На сегодняшний день моя работа заключается в организации ремонтов экскаваторов на выездных площадках, подготовке к ремонтам, контроль во время ремонта. Не знал, что есть программа, прежде чем, как, скажем так, перейти на начальника, надо пройти эту программу обучения. Я знал, что она есть для мастеров. Артем Яичников помнит время, когда стал мастером. Имея хороший послужной список, он смог пройти аттестацию и доказать, что способен взять на себя обязанности управлять вверенным ему участком производства. Сдавали экзамены, на допуская на все. Потом аттестацию проходил в нашем учкомбинате. С минимальным опытом мастера я уже прошел аттестацию. Когда экзамены сдаешь, там получается в основном специальное направление по технике, по кранам, по всему это. А в программе она получается, там она как более обширно туда входит. И по экологии, по BPS, оно более обширно все там проходит. Еще в каких-то направлениях. В том, что я до этого, когда на мастера сдавал, на допуская, на все и на это, там такого не было. Знания эти очень нужны, они в процессе работы пригождаются. Организация трудового процесса включает в себя знания, специфики работы, оформление документации, руководство. Всем этим тонкостям обучают в учебно-курсовом комбинате компании. А предприятие дает возможность успешно применять полученные знания на практике. Сейчас Артем загадывает желание на Новый год. Дальнейшего роста.